абсолютно банальная ситуация, обстрел Донецка ураганом, то есть это системы залпового огня, ракеты с кассетными наполнителями, то есть по центру города, то есть он, как и многие наши мирные жители, попал под обстрел и просто погиб. То есть Европа молча давно уже наблюдает, как украинская армия целенаправленно расстреливает жилые кварталы бесприцельно, крупнокалиберной артиллерией или системами залпового огня, которые не являются прицельным по большому счету.